Так, всем привет. Сегодня мы поиграем в Assassin's Creed и Unity, как вы уже поняли. И давайте взаимодействуем. Почему-то он не хочет. Ну, подождите-ка, может я не то нажал что-то? А, ну... Странно. А может быть я по параметрам что-то не так? А управление. Так. Чувствительность. Настройки управления. Машина вперед и влево. Взаимодействие. Не-не-не, смотри, все правильно. Просто, видимо. Чтобы... А, ну все, надо выполнить задание. Видите, пишут. Я что-то думал, что что-то другое написано. Вот тут у нас. Чувачок мигает. Но раз он мигает, надо бы к нему подойти. А, давайте нажмем датчик прогресс. А, пришло срочное сообщение для отсутствующего месье Дела Сера или Сера. Сера, мне кажется, лучше звучит. А, немедленно разыщите его и доставьте сообщение. Так. Игроки. Ладно. Интересно, интересно. Так, ну ладно, давайте. Е играть написано. А нам нужно... Я так понимаю... Ну, вроде к нему подойти надо, да? Еще не вышвырнули. А тебе было бы так жаль, да? Прямо до слез. Оливье, если бы не я, кто бы делал твою работу? Лошадей нужно почистить. Вперед. Конечно, месье. Да ладно, я еще догоню его, давай. В чем дело, друг мой? Письмо Деласеру, срочное! Успокойтесь, Перо. Если вы упадете без сил, месье Деласер письма не получит. Дайте, я догоню его. Надо отдать я сегодня, сказал, это очень... Очень важно, я прекрасно все понял. Я передам письмо. Конечно, передам. Так. Месье Деласер, стойте! Извини, друг. Придется кругом. Подождите! Или поверху. Что? Это круто, что я могу сказать. Достаточно высоко он прыгает. Остановитесь! А, ну вот мне интересно, куда нам бежать конкретно. Ну, я думаю, по крышам вот. Нам стоит здесь двигаться. Кстати, с подтормаживанием я еще не разобрался. Как я погляжу, игра в наперстке в моде в этом сезоне. Не разобрался до конца, но постараюсь чуть. Да кто у них возницей? Пилот? Покорпить, так сказать. Подумать. Отлично. А, ну дело в том, что нам нужно было уже давно, мне кажется, спрыгнуть. А, ну, блин, я не знаю. Куда дальше-то? Ребятушки. Да ладно, да это невозможно. Да куда ж ты лезешь-то, я? А, как-то, да-да-да. Не-не-не, вниз-вниз, пожалуйста. Пожалуйста, быстрей. Не хочу, чтобы вы его упустили и завалили это задание. Ой, как мне это неохота. Так, ну здесь у нас вроде бы... Мы должны... По сути дела, да-да, все отлично получается, но... А, подождите-ка, вот каретка-то. Вот и спуск у нас здесь есть. А, только, честно говоря, я не научился здесь сейчас спускаться. А, ну, примерно. Так.
Месье де Лассер! Ой. Обознался. Простите. Как же так? Маркер был отмечен, вроде бы правильный. Взглянуть на все с высоты. Ну, я понял, на что ты намекаешь. А, привет, мы не знакомы, я Шон. Что хотел сказать? Похоже, Абстерго собрала чудесную историческую базу данных, которую ты можешь... подсчитывать на досуге, то есть читать. Так, к сожалению, их историки освещают события, ну, скажем так, с достаточно своеобразной точки зрения, которую они доносят до публики. В общем, они тамплиеры, они думают как тамплиеры и вдруг о людях, которые не тамплиеры. Поэтому я сейчас пробегусь по ней и добавлю несколько пояснений, чтобы она была более сбалансированной. Но я постараюсь. Так. Ладно, я думаю, вы почитали. Так. Так, сундучки. Ну, нам говорили, нам это задание надо выполнять. Так, а ничего, что тут стража. Ну, пробежимся, что бегаешь или не имею права, ладно. И Сен-Луи. Сен-Луи. О, мы уже подошли, да ладно, так быстро, я думал, он где-то далеко там. Ну что, по дереву заберемся, не будем. По-моему, я уже перескочил, давайте попробуем там набраться. Да тут, в принципе, уже у нас лазунчик. Как вы думаете, он допрыгнет до... ну, я уже вот вижу, вот сюда, да? Да мы это знаем. Так, стоп, а почему Shift? Нет, подожди, стоп. А, может быть... Да, скорее всего. Вот в чем дело было. Ну, все объясняется. Так, а тут... Ну, все ясно, да. А, так, теперь куда нам стоит залезть? Ну, я думаю, вот по этим перекладинкам, да? Сможешь? Да, отлично. Способный парень. Так, ну что? Сюда... В С. Да тут в эту пожать и все. Хотя нет, вот тут я думаю. Мы с мадамода. Смотри, у него крепкие такие обезьяньи руки. Так, Так вот вы где. Так, и чё, В, Shift, Е, В, Shift, Е. Ой. А, ну это что-то типа спуска, да, я так понимаю. Ё-моё, а, всё ясно, да, я его видел. А, Shift, Е. Давай здесь, что ли? Да не-не-не, вниз давай. Да что ж ты будешь делать-то?